Наш театр силы – это попытка дойти до той кондиции, вектор развитию которому Григорий Навак с сыновьями задал тогда, когда создавал свою атлетическую поэму. Я принадлежу к поколению тех людей, которые видели человека, который был живым олицетворением красоты и силы. Что отличало Григория Ирмовича? Отличало такое филигранно-легкое, ненатужное исполнение сложнейших силовых номеров, которое было его визитной карточкой того, что он делал на арене. То, что театр силы сегодня принимает сына и его семью, ну, по крайней мере, на меня точно совершенно накладывает очень большие обязательства и ответственность. Думаю, разделит эту ответственность со мной наши великолепные актеры феноменальной физической силы. Ну, а вам, зрителям, я желаю получить удовольствие с благодарностью за то, что сегодня с нами. Ребята, большое спасибо за доставленное удовольствие. Очень приятно. Спасибо за память. Я думаю, что Григорий Навак достоин этой памяти. Он всю свою жизнь посвятил железной игре. Он много говорил о том, что надо создать театр силы. И сегодня это... мечта осуществилась. Спасибо вам большое. Спасибо от души.